Здравствуйте, товарищи! Спасибо. Да, вы знаете, что сегодня закончилось у нас время для подготовки самостоятельных работ ваших с анализом коллективного договора, заключенного между работниками и работодателем ЗАО «Первый контейнерный терминал». Так, давайте мне в руки, пожалуйста, свои материалы. Я буду смотреть там. Вот. Это у вас от одного человека или от двух? От двоих. От двоих. Ух ты. Это назывался бригадный подряд раньше. Семь предметов, семь человек. Один, значит, за всех сдает. Один предмет, другой за всех. А потом все потом провалились, потому что на экзамене с каждого будут спрашивать. Так, а скрипки нет у вас? Файл. Давайте файл. Чтобы они не рассыпались. Так. Так. Давайте следующий. Следующий. Да, передай, пожалуйста. Сейчас последовательно. Мамедова, а это кто? О, так две штуки? И Барковской. Тоже двое. Так двое, что ли, у вас тут писали? Вдвоем писали, как Маркс Энгельс. Но вы на нее, если закрытесь, то уже против вас мне очень тяжело будет выступать. Скажут, мы как Маркс Энгельс. Ну, ладно. А это еще Мамедова отдельно. Давайте. Так, хорошо. Так, это красная книга. Слушай, тоже двое, конечно. Вот, тоже Маркс Энгельс. Богданова Дарья и Маулитова Карина. А? Да, сильно. Так, еще есть? Не сдавшие есть? Как нет? Есть не сдавшие же? Есть, не сдавшие. Есть? За двоих? Да. То есть вы сами не носите, у вас уже уровень другой. Вы как Владимир Владимирович. А там есть люди, которые принесут и сдадут. Понял? Она распечатает. Я понял, да. Хорошо. Понятно. То есть вы как генеральный, а там помощник генеральный стоят. Понятно. Так, еще? Все? Итак, тема нашего сегодняшнего занятия – это анализ коллективного договора. Анализ коллективного договора. Ну, вот те, кто делали этот анализ, они, я думаю, поняли, что это очень серьезный документ. Что это за документ, коллективный договор? Это, по сути дела, конституция предприятия, правильно? И это документ юридический или не юридический? Юридический. С какого момента он становится юридическим? С момента подписания. То есть, и как называется этот юридический документ? Форма. Форма, а не название самого, а какова форма этого документа? У нас есть документы юридические какие? Конституция, самый главный, да? Затем, после Конституции идут конституционные законы. Они требуют две трети. Это не вы принесли работу, которую... Да, давайте. У вас какого цвета? Что? Текст. Белого. Белого. У нас люди красные сдают. А, да, что? Они знают, что у нас запись цветная. Сразу видите как? Вот, смотрите как. Красный, красный. Красный цвет. Красный? Да. Ну, эти экологи, экологи приносят зеленый. Так. Значит, есть у нас Конституция, следующие конституционные законы, затем, следующее по значению, федеральные законы, они с номерами, так и пишут, ФЗ, номер там такой-то. После федеральных законов какие следующие акты? Юридические? А? Ну, кто их издает? Нормативные акты. Это все нормативные акты. Нормативные от слова «норма». А норма, если это приказ там, или указ, или распоряжение, направлено на одного человека, это нормативный акт?
Нет. Норматив – это норма. Хоть два человека должно быть, чтобы эта норма была, для которой действует разделяется на двух. А так лично вам присвоили героя соцтруда. И все. Больше ни на кого это не распространяется. Никакая это не норма. А норма, когда, вот, так сказать, некое требование, которому подчиняться должны несколько субъектов. Так. Идем дальше. Так вот, за законами какие следующие нормативные акты идут? По важности. Да ладно, локальные. А президента не слышали, нет? Такое есть. Указы президента. Слона-то он и не заметил. Указы президента. Что выше, закон федеральный или указ президента? Закон. Вот когда был путч ельцинский, то как раз была такая ситуация, что Ельцин своими указами отменял то, что принято было Верховным Советом, и разгонял его. И тогдашний председатель Конституционного суда... Так, почему у вас на шапке нет звезды? Да. И что это такое? Это безобразие. Непонятно кто, непонятно, что там появится. Если у вас нет звезды, должна быть такая вот ленточка, знаете, партизанская, вот так, наискосок, красная. В общем, не готовы вы. А вы по поводу договора принесли документ? О чем мне с вами договариваться? Что? Договор, коллективный анализ принесли? Про экзамен. Почему про экзамен? Вот этот вы такой договор проанализировали? Для вам анализ, а вам не тёплый, да? Нет, а я вам синтез. Пятерку это еще надо будет вам на зачете повыступать, там еще делать вот, ответ. Но идет к этому дело. Это на каком основании ставится зачет? На основании того, как человек работал, в том числе и анализировал, то есть присутствовал на занятиях, сдавал зачет. А то вдруг он вот все хорошо делал, а потом вдруг плохо себя почувствовал на занятии. Так что ему, так сказать, на зачете? Так что это не учитывается его, так сказать, работа? Все учитывается. От нас требуют преподаватели быть внимательными к студентам. Вот мы внимательно смотрим, что вы не сделали. Что сделали. Так. Значит, указ президента. После указа президента. Так вот, тогда председателем Конституционного суда был кто в тот момент? Зорькин. А сейчас кто? Зорькин. То есть Ельцин Зорькина прогнала, когда вот Владимир Владимирович стал президентом, то вот Зорькин стал председателем Конституционного суда снова. Дальше за указами президента идут что? Какие у нас еще органы, вы знаете, управления, которые могут издавать нормативные акты? Нормативные, то есть все должны выполнять, а? Правительство. Кто сказал? Вот. Человек в красном правильно сказал. Так, правительство. Правительство кто возглавляет у нас сейчас? Медведев, так. Хорошо. Значит, постановление о правительствах обязательно оно для кого? Для всех, да? Тоже это нормативный акт. Потом идут, у нас в правительстве есть министерство. Сейчас, министерство есть? Есть. Ну вот приказ министра, нормативный акт или нет? Нормативный, потому что он распространяется на всех, кто вот в подчинении этого министра находится. На всех, так сказать, на всех предприятиях этого министерства и, соответственно, на всех работников. И на весь управленческий персонал. Так, дальше идут у нас есть линия одна отраслевая, а другая географическая, связанная с различными субъектами федерации. Сколько у нас субъектов федерации? Ну вот, 81 субъект. Каждый субъект имеет главу, так? Значит, глава может издавать что? Распоряжение, верно? Это раз. Во-вторых, в каждом субъекте имеются законодательные органы. Правильно? У нас, например, в Санкт-Петербурге как называется? Законодательное собрание Санкт-Петербурга. И в Ленинградской области есть законодательное собрание Ленинградской области. А в Волгограде есть Волгоградский совет. Они могут по-разному называться, но вот каждый этот орган может издавать тоже обязательные
То есть или это законы соответствующего субъекта, или распоряжение губернатора. Значит, вы знаете, что в администрации есть различные комитеты, а в отраслях министерств есть департаменты. Их руководители могут издавать нормативные акты, которые действуют в пределах вот сферы подчинения. Сфера подчинения все тем самым сужается. А все решения, которые принимаются на уровне субъекта, это локальные нормативные акты, правильно? Они же не распространяются на всю страну. Это в пределах этой местности. И вот коллективный договор – это тоже локальный нормативный акт. И, следовательно, люди, которые его составили, изменили право, правовую систему. Они пополнили ее новым нормативным актом, который действует в пределах одного предприятия. Если такие хорошие коллективные договоры были бы на большинстве предприятий, я думаю, что правительство быстро издало бы уже закон, обобщило бы это и издало закон, который отражал бы эту практику. А если это только на одном, на втором предприятии, ну, оно так и остается. Какой существует закон, какое существует правило? Правило очень жесткое. В коллективном договоре может быть то, что улучшает положение работников, и не может быть того, что ухудшает. А если кто-нибудь сюда вписал то, что ухудшает, то оно как бы, пишите, что хотите, оно не действует. Согласно закону. Поэтому есть такие герои, работодатели, и одновременно такие податливые работники, которые вот делают такую бумагу, которая представляет собой сборник всяких разных выдержек из Трудового кодекса, которые относятся к этим работникам. Во-первых, Трудовой кодекс весь к ним относится. Ну, дескать, вот наиболее употребительные, давайте мы их выпишем и будем этим, так сказать, вот читать. Это что такое будет? Будет это коллективный договор? Нет. А что это будет? Это будет извлечение, там, сборничек, цитат из Трудового кодекса. Это полезное, может быть, издание такое, которым можно пользоваться. Точно так же, как если вы вот пойдете сейчас в Дом книги и скажете, а дайте мне Трудовой кодекс с комментариями. Вам вот такой выкатят, книгу такой толщины. На комментарии можно в суде ссылаться? Нет. Поэтому эти комментарии, вы один комментарий, вы другой, я третий, вы четвертый, вы пятый, шестой. Зачем вам комментарии? То есть это вот люди зарабатывают, юристы зарабатывают деньги. Вот они пишут эти комментарии, а комментарии никакого правового значения непосредственно не имеют. Но если эти комментарии относятся к судебной практике, когда пишут люди эти комментарии, которые непосредственно занимаются разрешением этих споров в судах, допустим, председатель Верховного суда или какой-нибудь судьи, или прокуроры, которые эти вопросы решали, то это может представлять такой интерес с точки зрения правоприменения, да, правоприменимости. А если это люди, сидят, так сказать, и теоретизируют, то это, в общем, такой способ получить, вот только что появился новый нормативный акт, новый трудовой кодекс или новый вариант. Значит, раз, новую книжечку издали, получили гонорар. Так что особенно кидаться на это не надо, тем больше это дорого и бессмысленно этим заниматься. Ну вот, поэтому это вот такая необыкновенная вещь, некоторые люди, а как нам бы вот начать бы строить свои законы, как бы нам стать юристами, как нам стать правоведами? Так вот, эти люди, которые посредством коллективной, так сказать, борьбы и в ходе конфликта, который был тут необходим, потому что без конфликта серьезно положение не улучшишь, правильно? Получены новые нормы права. А если вы возьмете законодательную норму о том, кто у нас обладает правом законодательной инициативы, то вот скажите, вас тогда обладаете правом законодательной инициативы, согласно закону? Нет. А вы? И вы не обладаете, и я не обладаю. То есть что это значит? Это значит, что есть люди, которые могут вносить проекты законов, которые обязательно будут рассматривать. Мы тоже можем, как говорится, ходить и письмо послать. И можете в своем письме все, что хочешь, написать и добавок туда приложить тоже, чего хочешь. Но никто не вам напишет спасибо большое за инициативу. И никто не обязан это ваше
бумагу этот ваш проект рассматривать. Не обязаны. А обязаны вам дать ответ. Вот мы дали ответ. Дорогой Иван Иванович, вашу бумажку получили. Желаю вам успеха. Разрабатывайте новые проекты и ищите таких субъектов, которые обладают правом законодательной инициативы. То есть вы ему приносите, а он депутат. Он депутатом стал, а ничего не придумал. А тут и вы как раз с проектом. Давайте так играть. Я вам даю проект, а вы его вносите. Он говорит, хорошо, я его вношу от своего имени, там ухожу. Проект участвовала такая-то. И вам хорошо, ему хорошо, он вносит и пошел. Ну вот, скажем, я вот так в этом деле участвовал. Мы с Константином Васильевичем Федотовым подготовили проект Трудового кодекса России, достаточно фундаментальный, за которого выступило большое количество профсоюзных организаций, и в ходе, так сказать, дискуссии в Думе, и на подходе к Думе, значит, этот проект выиграл, больше получил голосов, чем правительственный проект, больше, чем проект Московской городской Думы, чем яблочный проект, чем ЛДПР, чем ФНПРовский проект 8, но меньше, чем проект комиссии Слиски, которая была создана для того, чтобы эту срочную проблему решить. И этот комиссионный проект, он включил некоторые моменты, которые были в нашем проекте, и поэтому он как бы стал компромиссным, и он прошел, и получил больше голосов, больше половины. А мы получили 189 голосов депутатов Государственной Думы. Мы, я имею в виду, мы-то мы, На голосование он шел как проект депутата Шейна Олега Васильевича. Шейн был учителем истории в Астрахани и руководитель профсоюза защиты труда. Вот Шейн, как депутат Госдумы, имел право вносить. А до этого, поскольку движение это долгое в Думе, это делали 4 сначала депутата. Это Корсаков из Москвы, член Совета рабочих Москвы, как депутат от КПРФ. Корсаков Григорьев из нашей атомной электростанции, из Соснового Бора. Шандыбин и Ионов. Шандыбина я видел и знаю, а Ионова я и в глаза никогда не видел. Но вот за 4 подписями сначала он пошел. Потом он, следующий вариант, был внесен товарищем Авалиани, это известный лидер рабочего движения из Кузбасса, председатель рабочих комитетов Кузбасса. Такой пламенный. Но он такой генеральный директор был предприятия, то есть такой боевой из Кузбасса. И он вносил его. Потом был проект Авалиани Шейна, и наконец проект Шейна усовершенствовался все время. Вот такой это был движение. Видите, какой длинный и долгий путь. А тут товарищи, так сказать, внизу, не обращаясь, как говорится, никому из депутатов, а организовались и создали новый нормативный акт. Это вот локальный нормативный акт. Посмотрите, а чем характеризуется этот проект? Он еще характеризуется тем, что когда все это было закончено, этот проект в конфликтной ситуации, так сказать, принимался, естественно, потому что не соглашался работодатель на очень многие нормы. И поэтому этот проект решался так. Как говорят математики, если интеграл не берется в целом, его берут по частям. Вот тут есть основная часть, вот сначала по ней договорились и подписали. А потом пошли приложение 1, приложение 2, приложение 3. Уже легче было принимать приложение, мы с вами договорились, но какой-то пустяк, то давайте это как-нибудь решим. Или вот этот пустяк, давайте как-нибудь определим. И вот тут я вижу приложение номер 31, еще приложение без номера, еще одно приложение без номера. То есть 33 фактически приложения. То есть вот сам текст показывает накал такой борьбы. То есть это не выдуманный какой-то спор, давайте сейчас придумаем, будем спорить. Я буду говорить, что потолок синий, а вы будете говорить, что зеленый. И несмотря на то, что присутствующие все видят, что он белый, мы с вами продолжаем доказывать. Я то, что он синий, а вы то, что зеленый. Очень убедительно. Правильно? Во-первых, я профессор, я лучше знаю синий потолок. А вы что скажете? У нас больше. У вас больше. Да, один умный человек гораздо больше значит, чем много-много. Это антидемократично. Демократия как раз и приводит к тому, что какие-то безграмотные решения принимают. Очень часто. Ура, мы пришли. Да, вот так. Короче говоря, синий.
А вы промолчали, я выиграл. Так. Так вот, когда закончилось, спор закончился, надо было подписывать. Работодатель, генеральный директор напрочь отказался подписывать этот коллективный договор. Вы, если будете встречать коллективные договора, они обычно выглядят так. Текст, а в конце написано: председатель правкома такой-то от имени работников и председатель, и от имени работодателя генеральный директор такой-то. Тут такой подписи нету, нету. И вот опечаленный председатель правкома, он говорит: что нам делать? А мы с товарищем Федотовым говорим: а ничего не делать. У вас же все пункты подписаны. Тут подписано каждое отдельное положение, и печати стоят. Поэтому вам эти подписи. Ну, это все равно, что если каждый, по каждой статье было бы подписано, что она принята Думой. Какая вам разница? Все вместе в законе. Всегда применяется, всегда или одна статья, или одно положение, или один пункт. Правильно? По отдельности. Поэтому никакого, их порядок не имеет никакого значения юридически. Как они там, какие имеют номера. И точно так же не имеет значения, будет что-нибудь в конце или не будет. Поэтому вы, наверное, доделывали, да? Здравствуйте. Доделывали? Не, не делала. Ну, как нет? Сделала. Доделали? Да, да. Давайте. Вот, видите, человек, она сидела, все уже тут сидели, они вот сначала доделали, потом бежали. Поэтому вам особая благодарность. Зато видно, что вы сделали, а другие вот просто сдали и не видно даже. Ничего. Так всегда бывает. Надо себя показать, ведь продемонстрировать. И мало того, мы посоветовали не просто это, так сказать, констатировать, а взять и напечатать. Вот ты взял профсоюз и напечатал. Профсоюзная организация взяла и напечатала. У меня еще дома есть сувенирный вариант. Белый такой, белый, толстый, в твердой обложке. Как только это напечатали, а нужно для работы, поскольку все это подписанные вещи, надо использовать. Отнесли это в администрацию, там главный экономист, юрист, там все, начальник там, отдела. Главный бухгалтер, всем очень удобно, чем и там бумажками шелестеть какими-то там по каждому пункту. Ну, им дали такую вещь. И все успокоилось. И кто-то это не вспоминает, что здесь не подписано. Это я только вспоминаю, поскольку я вам курс такой должен читать, то я вам какие-то нюансы излагаю, которые так был, не бросились в глаза. Вот, так что это вот такой, с одной стороны, очень практический документ, а с другой стороны, очень важный. С точки зрения вот, понимания того, какую роль играют такие документы, как это вообще локальный нормативный акт, который создается прежде всего работниками и в конфликтной ситуации с работодателями. То есть люди выступают, обычные работники выступают творцами новых правовых актов. Это здорово. И если люди вот, могут такой договор составить, вот они могут работать в госплане. А если они говорят, мы за революцию, как некоторые говорят, и не могут даже написать, у вас есть анализ? Что? Какой? Коллективного договора. Есть. А? Где? Где? Дома ваш анализ? Нет, где должен быть анализ? У меня в руках должен быть он. Вот именно. У меня в руках коллективный договор находится. А где ваш анализ этого коллективного договора? Вы сами сказали, что анализ должен быть в руках у вашей. Он должен быть. А долженствование состоит в том, чтобы быть тем, что оно не есть. Так вот, оно не есть ваше. Произведение не есть у меня в руках. Вы показали, что оно есть. Я вам показал коллективный договор, а вашего труда нет. Кто не сдаст, зачет не получит. У нас чисто все на убеждении, никаких принуждений. Просто не получит и все. Никто и никого принуждает ни к чему не будет. Полностью. Вы можете, мне сын рассказывал, когда он на военной кафедре, у нас там свобода. Один мальчик спрашивает, а можно это не подстригаться? Можно, только тогда не ходите на военную кафедру. И все. Это у нас тоже. У нас можно не сдавать, только вот не будете учиться здесь. Потому что дальше, сами знаете, не получишь зачет, тогда сразу начинается, как воронье начинает все. На вас нападать, опять такой, всякой хвостистом. Уже и хвоста-то нет, а уже все равно считают хвостистом. И уже не как к человеку, а к какому-то животному. Да зачем это положение попадать? Не надо.
Вообще, я должен сказать, вот из своего студенческого опыта, что вот любой двоечник проделывает, во-первых, ту же работу, что отличник, во-вторых, он в худших условиях. Я когда это понял, я всегда стал сдавать первым. А понял я, когда провалил в университет, на физфак поступал, мне раз двоечку поставили, хотя у меня были там дипломы по физике, олимпиад. А я все сидел и последним пошел. А вот, как известно, экзаменатор, он устает, но в такой, в арифметической прогрессии. А тот, кто сдает, вот в геометрической прогрессии. Поэтому никогда не ждите, но сразу идти. Вот вы приходите, вот вы. Вот она первая будет за нас сдавать. Ну, как раз первая, наверное, она знает. Я уже к ней отношусь, что она знает, уже пытаюсь ее задержать, ее невозможно задержать. Она в прошлый раз... Вы сдали свою работу? Да. Вот, видите, работу сдала. Все уже сделала, всех обогнала. Ну, значит, ясно, что где-то вот уже решается вопрос между пятеркой и четверкой, да? А вот приходит такой же человек, также знает, последним. Ну, уже решается между двойкой и тройкой. Ну, правильно, все говорят, вы же понимаете, должны эти вещи. Это раз. Во-вторых, она пришла, она еще не устала, она ничего сейчас, она после лекции сразу будет сдавать. А вы будете сидеть, один, второй, третий там. Так у нас зачет, а? У нас зачет. Зачет – это страшнее вообще, экзамен. Как? Зачет – это быть или не быть? Это страшное дело. Там это какая-то градация – 5, 4, 3, 2. А тут никаких градаций. Нет, и все. И до свидания. Сколько можно сдавать зачет? У нас сейчас такие условия, что это раньше вы могли бы сказать, вы сегодня, завтра пришли, послезавтра, сейчас на пересдачу, потом придумают куда-нибудь. На комиссию. Нет, сначала мне будете, потом на комиссию. Меня замучите, комиссию замучите, комиссия вас замучит. Поэтому сразу ставьте нам зачет, и мы выйдем. Зачем вам стали мучиться? Вы пришли, дорогой товарищ, за знаниями, а не за зачетом. Я за знаниями тут и сижу. Я им зачет за зачет. А надо не сидеть за знаниями, а работать. Я работаю. Над собой. Вот если вы работаете. Но компьютер это, если купил компьютер, подумаешь. Купил компьютер, думает, что у него... И там играет какие-то игры. Проблема. Этим нас не проймешь. Все вы знаете. Только что тут не знать? Это, кстати, человек, который умеет работать на компьютере, который пальцы, он не знает, как устроен компьютер, какие там программы, он никогда не программировал, он ничего этого не знает. Он пользователь, то есть он может пальцем тук-тук-тук-тук-тук. И думает, о, какой я умный, я на каком умном компьютере щелкаю. Да. Вон есть такая реприза уральских пельменей, как Путин меняет Медведева на посту президента. И вот, значит, Путин говорит, так здесь же, тут у меня тут книги были, журналы, а ему планшет подает, Дмитрий Анатольевич говорит, так вот тут здесь все. Ну а кофе я могу заказать? Говорит, да, все можете. Он говорит, девушка, принесите кофе. Вот Медведев говорит, так, давайте я сейчас принесу. Планшет не сработал. Так. Понятно. Вот, так сказать, то, что мы делаем, очень такую важную вещь. Очень важную вещь. И вот человек, потому что поскольку, Маша, революция – это созидательная такая вещь, созидательная. Революция – это строительство нового. Это не разрушение старого. Разрушение старого – это бунт. Бессмысленный и беспощадный. Как уже зафиксировано в литературе. А вот когда человек, если человек что-то создает, а ему что-то мешает, вы что-то создаете сейчас великое, а я тут мешаю своим разговорам, то если вы от меня, так сказать, скажете, не мешайте мне, это я как-то признаю, что вы такой. А если вы ничего не создаете, а просто, так сказать, так пытаетесь улизнуть от зачета, ну извините, вот зачет у меня тогда созидательный. То есть я пытаюсь помочь вам освоить, да, в этом моя задача. Я как бы костыль, а когда вы сами будете ходить, вы костыли отбрасываете. И иногда со мной будете здороваться в коридоре, если захотите. А пока, вот я у вас тут на пути, как контролер этого дела. Вы будете зачет сдавать или держать? Получать. Да никто вам его не даст. Кто вам его даст? Кто сейчас будет вам чего давать? И сейчас в какое время живете? Вы знаете про Хаджуна Средина? Человек там тонул. Он рассказывает, как человек тонул, ему говорит, дай руку, дай руки. Он, значит, тонет, захлебывается весь, а руку не дает. Потом ему объяснили тому, кто ему кричал, дай руку. Да этот человек никогда не даст. Надо кричать, на руку, дай, говорит, на руку. Он сразу просто и схватил.
Получать вы хотели. Никто не будет вам ничего давать. Вы будете сдавать или держать зачет? Держать будет. О, в чем разница? Давать это сдать, отдать, а держать это взять. Нет, опять взять. Из вас хороший взяточник получится. Взять он хочет. Никто вам ничего давать не будет. Это вы должны подготовиться и выдержать зачет и экзамен. Выдержать, выдержать. Вот человек выдержал, он держать должен. Вот выдержал экзамен и пошел дальше в жизнь. Со знаниями. А другой принес мне, не расплескав. Вот, говорит, вот возьмите. Сдал мне и забыл. У меня это хорошо получалось, у меня память зрительная. Я отлично сдал, а через два дня забыл все. А так я могу просто переписывать из головы. Теорема там спокойно совершенно. Не проблема. Так что держать надо. Вот поэтому вот такая у нас задача. Так, ну, я думаю, что ваше ознакомление с этим произведением вас, я думаю, настроило на понимание того, что это серьезный документ. А теперь мы об этой серьезности поговорили, посмотрим, насколько серьезно отклики на него. Так, ну вот у нас есть, например, Нагаева Алсу Ильдаровна, которую я отпустил. Она увидит по Ютьюбу. Я бы вообще на месте автора делал бы какой-нибудь заголовок. Всякое произведение безголовое создает впечатление безголовости. Нужно это впечатление как-то скрадывать. Что-то написать, анализ, или рецензия, или там эссе, что хотите. Ну что-то это о чем? Или о заметки там по поводу. Ну что надо придумать. Правильно? То есть всегда, когда вы это относится... Мы с вами не только учимся вот по курсу конфликтологии, мы вообще учимся грамотно давать. Вот я главный редактор газеты «Народная правда». Мне приносит первый заместитель. Я говорю, что вы принесли? Что это такое? Если это юмористический рассказ, то не смешно. Если какой-то научный анализ, ну так вы напишите. Ну как к этому относиться? Человек как-то должен на это смотреть, то есть обязательно. Нужно это заглавить, причем то, что вы сделаете, когда заглавите, это целое. Но оно целое, вот вы сразу мне хотите потроха, так сказать, все вывернули этого всего, а целое это какое? Я знаю, что у вас есть печенка, селезенка, что у вас есть сердце, легкие, я это знаю. А можно вот в целом как-то это обрисовать? И вот для этого у вас есть имя, написано студент третьего курса, конфликтолог такой-то, так? А не просто, вот весь он состоит из мяса, костей, воды на 80% и прочие всякие требухи. Так. Положительные и отрицательные стороны трудового договора для работника-работодателя. Это не трудовой договор. Есть это индивидуальный трудовой договор, а это коллективный договор. Читайте сюда. Вот написано коллективный, человек пишет просто трудовой. А трудовой договор вы будете заключать, когда поступите на работу. С каждым заключается индивидуальный трудовой договор. Другое название. Для работника-работодателя. Проанализировав коллективный договор. Вот здесь дальше правильно. Закрытое акционерное общество. Первый контейнерный терминал на 8-11 годы. Я вам говорил, что он продлен был до 14 года. Я пришла к выводу, что основными преимуществами трудового договора для работника являются такие пункты, предусматривающие следующее. Работник получает полный социальный пакет. Двоеточие. Ну, что значит полный? Что ничего нельзя в этот пакет добавить? Или что он такой толстый, уже не надо сюда добавлять ничего? Что лучше нельзя? Ну, он социальный пакет получает, а дальше раскрывать. Тем более, что автор раскрывает. В случае увольнения ему уплачивается пособие, выплата заработной платы, выходные дни. Оплата трехрочных рабочих дней и командировок. Во-первых, в случае увольнения обязаны выплачивать не по коллективному договору, а по закону. Если вас увольняют по сокращению штатов, что должны вам? Компенсацию. Какую? Сколько? Сколько вы требуете компенсацию с меня, я вас увольняю? Половину. Чего половину? За год? Или у вас золотой парашют 200 миллионов? А? Хорошо. Легко работать с таким народом. Не хотел. Я сразу захотелось мне создать какое-то предприятие и вас всех нанять. Я бы озолотился. Значит, докладываю вам, что согласно Трудовому кодексу,
В случае сокращения за 3 месяца надо уведомить о возможном сокращении, об возможном вас увольнении по сокращению в профсоюз. За 2 месяца работника, и если вас уволят по сокращению штатов, а поскольку вы знаете, за 2 месяца вы можете там спарить в суде, в комиссии по правовым спорам и так далее, вам за 2 месяца посреднее должны уплатить. 2 месяца вы будете получать деньги, ничего не делать, искать другую хорошую работу. Где такой, не такой глупый начальник, как вот тот, который вас уволил. Разве это плохо? А вы, понимаешь, минимальный. Вот это здорово вы придумали. Минимальный. Потом говорят, у нас жизнь плохая. Да вот если люди не знают своих прав, а те люди, которые должны помочь им защитить, они тем более не знают. Ничего себе. А революционеры знают эти права, нет? А это у них надо спросить. Надо, да. Вот я так и спрашиваю. Уже это отмазывается от революционеров, Маша, понял? Я консервативный революционер. А? Я консервативный революционер. Понятно. Может быть, уже ты реакционный какой-нибудь революционер? Это контрреволюционер уже будет тогда. Михаил Васильевич, а работник должен за сколько времени выдвинуть работодателя? За 2 месяца. За 2 месяца он, ему должно быть сообщено о том, что он Нет, может быть уволен. Если работник хочет уволиться. Если работник хочет уволиться, значит, он обязан, если... Работодатель возражает. 2 недели отработать. 2 недели. Да. Но это другое дело, когда работник по собственному желанию. И вот люди, которые могут 2 месяца получать зарплату и спокойно, ну, как бы вот, надо ходить как на рабочий день на поиск хорошей работы, да? Ну, вот у вас там суббота, воскресенье отдыхать, остальные дни, значит, решать этот вопрос. Он вместо этого... Вдруг раз и написал о хростах увольнения по собственному желанию. У вас желание возникло на здоровье. С удовольствием вас отпускаем. 2 месяца остается у меня, а я их в прибыль зачисляю сразу. Вот те, которые должен был бы вам отдать. И все. Так, во-первых, пособие, выплаты заработной платы, выходные дни. Ну, это выходные дни, это само собой. То есть там особенность этого коллективного договора не в том, что оплачивается выходные дни, а в размере, в каком они оплачиваются, размер больше, чем по Трудовому кодексу. И сверхурочный размер больше, чем по Трудовому кодексу. А если просто об этом сказать, что вот выплачивается оплата, ну, это ничего такого особенного тогда в этом коллективном договоре нет. То есть вот здесь, в этом коллективном договоре, именно использовано то, что в нем должно быть, можно записать лучше, чем в законе. И это особенность коллективного договора. А если нету, тогда нечего писать коллективный договор. А вот то, что нельзя уволить без санкции профсоюза, вот это тут не отмечено. Вот это не пакет, что ли, социальный? Что вас нельзя уволить? Вот я решил, вот мне не понравилось, как вы на меня смотрите, решил я вас отчислить. Да? И у меня даже право такое было. Оказывается, у вас есть профсоюзная организация, и есть договор, по которому без санкций председателя правкома, а вот он сидит здесь впереди. Он говорит, я не даю санкции на увольнение его. И все, и привет. Вот так у докера. Нельзя уволить без согласия. Просто без согласия. Не учет мнения, а учет мнения – это мы с вами. Все понимают разницу, да? Я об этом уже говорил. Учет мнения – это мы с вами начинаем процедуру. Я написал проект. Вы, скажем, увольнение, а учет мнения – я вам это передаю в профсоюз. Вы пишете, я должен передать с обоснованием. Ну, обоснование у меня есть, юристы, экономисты напишут обоснование. Yes. Yes. А вы должны, если согласитесь со мной, это отлично. Не согласитесь, мотивированное мнение. Но чем-то вы мотивируете свое. В случае, если согласие требуется, никакой мотивировки не надо. Не даете и все, согласие, до свидания. А тут вы мотивировать должны. Если вы не согласны со мной, и мотивировали, мы с вами встречаемся и пьем кофе. Как только мы с вами кофе попили, можем чай? Лучше кофе. Чего вам? Чай, кофе? Чай. Пьем чай с председателем профсоюзной организации. После этого я увольняю. Вот и вся разница. То есть, как бы задержка на несколько дней. Вот вся разница. Но я что принял, что решил, то и будет. И ваше мнение нужно только вот так, для того, чтобы вокруг него так поговорить. Не более того. Но вы имеете возможность обратиться в суд там. А, пожалуйста, обращайтесь. У меня есть юрист, она ходит по судам. Я тут все равно там не буду. Это вы будете там мучиться, а я там мучиться не буду. Так, вот это, то есть вот важное, очень важное, а это трудно. Вот найти тут важное, а не просто обычное там взять отсюда.
сотрудник получает работодательно-медицинскую и социальную страховку. Но это важно, потому что обычно работник сам приобретает. Тут он получает от работодателя страховку. Работа, а работодатель получает деньги на страховку от работника, потому что работает-то работник. Так что это не то, чтобы это подарок от работодателя, это просто не все. Работник передает работодателю все, что он создал. Он получает зарплату и еще кое-что. Работа по трудовому договору гарантирует ежемесячную зарплату, еще бы не хватало. Это закон такой. Сколько дней можно задержать зарплату без нарушения закона? 15. Не больше 15, а если 15 дней? Вы будете писать отказ от работы? Я на увольнение подам. Вот этот товарищ пишет отказ. Письменно сам написал. Отказ от работы. А почему он так написал? По безграмотности своей. Потому что там написано в законе, приостанавливает работу. Видите разницу? А почему он приостанавливает? Он не может уже работать. Он не ел же, зарплату не получал. Поэтому вы отказываетесь работать? Да или нет? Он не отказывался, он просто не может уже. Понимаете, поэтому я приостановил работу, только последнее, что я смог сделать, это вот последним, это кровью уже написал, что я откатываюсь и до получения зарплаты приостанавливаю. А потом, как только зарплату получил, я покушал, ожил и начал работать. А у вас злобная характеристика, такая формулировка, вызывающая. Как раз можно разговаривать с работодателем, он, видите ли, отказывается, но я вам покажу. Мы найдем способ, как с вами побороться. Так. Поэтому, это вот, так сказать, это слабо вот только этого упомянуть. Дальше. Ну, вы понимаете, что вот это наша, вот моя сейчас критика, какой носит характер? Никакой. Чисто познавательный. Потому что у нас сейчас ведь не зачет. Вот вы написали, кажется, что все понимаешь, напишешь, вот оказывается, не понимаешь. Поэтому это совершенно необходимый критический анализ. Анализ у меня, а не синтез. Синтез у тех, кто написал. Так, это необходимо. Так, при этом минимальный ее размер не должен быть ниже МРОТ. Ну как же так? Вот в этом коллективном договоре минимальный размер не должен быть ниже МРОТ по закону. А в колдоговоре МРОТ, который в пределах этого ПКТ, не менее 6 МРОТ. Не менее 6 МРОТ. Потому что установили. Не менее 6 МРОТ. 6600. Тут написано? Ну это тогда было. Не менее. Это же когда принималось-то давно. А тогда был МРОТ маленький. А сейчас сколько МРОТ? Ну 6600. А? Ну 5200. Собирается 6200 только сделать с 1 января. А у них 6600. А это 10 лет назад было принято. Тогда было 100 рублей МРОТ. В России не 100 рублей, а 1000 рублей. Ну, может быть, две. Во всяком случае, вот то, что здесь записано, превышает то, что только еще будет с 1 января. Превышает то, что будет с 1 января. А если просто написать, что размер не должен быть ниже МРОТ, ну, это зачем такое писать? Такое писать не надо ни в коллективный договор, ни в анализ этого дела. Работник нарабатывает трудовой стаж для получения, а также отчисления в пенсионный фонд. Ну, это тоже все, это все обязаны делать. Ярко выраженным, то есть плюсов никаких таких особенных не заметил автор. Ярко выраженным недостатком в работе по трудовому договору для работника я не заметила. Это вот я сейчас, знаете, про вас сейчас скажу. Вот я гляжу на вас, и ничего хорошего я не увидел, чтобы мог вам сказать. Это такая форма комплиментов, понимаете? Вот она вот, видите, как применил, дескать. Ну, ничего отвратительного, говорит, не вижу в этом коллективном договоре. Это так? Вот как могут люди вывернуться? Надо же. Мне же сказать, что вот как мне понравилось, как вы выглядите хорошо. Ну, нет, обязательно сказать, ничего такого кричащего, вызывающего и отвратительного я не заметил. Ничего себе похвалили. Вот дает. Все интересно читать эти документы. Так, единственное, что вы полностью... что вы полностью привязаны к правилам, вы, то есть я, понял, правилам внутреннего распорядка данного предприятия, то есть обязаны работать в четко указанные часы в определенном месте и условиях. Еще и привязаны я. Хорошо. Привязаны к правилам. А чем привязаны? Ремнем. Чем?
не привязан там в кавычках, а без кавычек же привязан. Преимуществом трудового договора для работодателя является обязанность наемного работника соблюдать правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, которые наделяют руководителя рычагами воздействия на сотрудника. Но это без коллективного договора. Каждый, кто нанимает на работу, он же как собственник предприятия или представитель собственника, все это все делает. Это совсем для этого не нужен коллективный трудовой договор. Недостаток трудового договора для работодателя заключается в том, что нанимать обязан своевременно выплачивать заработную плату рабочему. Ну что ж тут такой недостаток? Все равно это требует кодекс. Уровень зарплаты не должен быть ниже установленного МРОТ. Это тоже трудовой кодекс. Предоставление оплачиваемого отпуска, выходные дни, оплата сверхурочных, а также командировок. Ну это везде написано в кодексе. Ничего тут нет, не создано это в полудоговоре. Создание необходимых условий для работы наемного работника, предоставление рабочего места, которое должно быть оборудовано всем необходимыми элементами для осуществления служебной деятельности. Заключая трудовой договор с работником, работодатель должен включить его в штат. Это обычное дело. Если же на предприятии нет свободной должности, руководитель должен изменить штатное расписание. То есть это, так сказать, изучение того, как вообще организовывается производство. Тут ничего такого из коллективного договора тут нет. Для внешних каких-либо поправок, для внесения каких-либо поправок необходимо согласовать новый образец документа с профсоюзной организацией и вышестоящим руководителем. Совсем не обязательно новый документ, а сделать только, есть такой пункт, там, внесение, изменение и дополнение в коллективный договор, в трудовом кодексе. Так же делаются все переговоры и так далее, и этот документ будет касаться только этих изменений. Понятно. Берем следующий. Анализ коллективного договора большой группой товарищей сделан. Товарищ Прокудина и товарищ Кетчик. Они вместе писали все. Неправильное ударение или правильное? Правильное. А то у нас был Колесов. Как только его не называли? Один раз Колесов, второй раз Колесов. Ну, вроде фамилия хорошая. И так, и так, и так. А вообще, когда нас назвали Колесов, вроде Колесо, так вроде тоже нормально. Так, данный коллективный трудовой договор заключен... А что его как бы трудовой называют? Он просто вот написано коллективный. Откуда вы беретесь, что он трудовой? Что, трудились, когда его составляли? Это вы имеете в виду. А вы бы писали бы трудовой анализ коллективного договора. Это вы что, трудились, когда писали? Данный коллективный трудовой договор заключен между работодателем и работниками. Это тоже это важно, что работниками. Не профсоюзной организацией, а работниками в лице. Да, это правильно. Так. Основными достоинствами данного коллективного договора, смотрите, вот сразу достоинства. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Смотрим. Первое. Забота о здоровье работников. В связи с вредными условиями труда выдается молочные продукты, питьевно-содержащие продукты, минеральная вода. При этом запрещается выплачивать денежную компенсацию вместо продуктов. Здесь тоже надо было какие-то параметры. Сколько обязаны по трудовому кодексу, а сколько по договору. Поэтому. Потому что здесь лучшие условия. Например, минеральную воду мало где дают. И мало где. Молоко еще дают. Там и пектиносодержащие продукты. Это написано и в кодексе. А вот что здесь, сколько по нормам, а сколько здесь дают, это важно. Второе. Работодатель уделяет внимание также и здоровью семьи работников. Работодатель обязуется оплачивать стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря для детей 6-15-летнего возраста во время школьных каникул. Это очень важно, потому что сейчас нету ничего такого. Государство ничего не оплачивает. Поэтому это вот, если договорились, это значит, есть возможность, в семье, иметь здоровых детей. Это же очень здорово. Третье. Поддержка работника работодателем. В случае смерти ближайшего родственника работника, работодатель обязуется выплачивать материальную помощь в размере двух минимальных месячных тарифных ставок. Конкретно. Правильно. Спасибо. Хорошо. Работодатель обязуется предоставлять правкому безвозмездно для организации досуга работников, членов их семей, здания, помещения, стадионы, находящиеся на балансе организации. Ну вот эти работодатели быстренько освобождаться начинают от тех, что на балансе. Сейчас такой процесс идет. Напишут такое, а потом начинают, раз он должен только на балансе, а не с баланса. И не снимать с баланса надо было записать, а то они без согласования с профсоюзом, без работниками.
Усиление материальной заинтересованности работников в результатах хозяйственной деятельности организации, создание условий для проявления деловой активности каждого работника. Показатель премирования зависит от грузооборота в месяц. Соотношение грузооборота и размера премии определяется соглашением, заключаем между ЗАО ПКТ и правкомами. А не просто написал работодатель какое-нибудь положение премирования и как хочет, так и делает. Нет, он согласовывает долю. Соглашение должно быть, специальный переговор. Стимулирование рабочих за высокое профессиональное мастерство в соответствии с определяющих установление надбавок, а также поощрение работников за непрерывную, длительную и высокоэффективную работу в организации по случаю юбилейных дат. Это вот раньше была выслуга лет, а здесь такое сохранено. Это тоже редкость сейчас. Скажем, вот этих, почему набирают этих гастарбайтеров? Они ничего перед ними, никаких обязательств нет, и колдоговора нет, и трудовой договор не заключают, и тогда это вообще, так сказать, одна прибыль, зарплата ничтожная. Шестое. Размер действующей на предприятии минимальной тарифной ставки 6600 рублей в месяц. Видишь, как они знают? Сразу меня начали критиковать, и я согласился. Месячный оклад работника определяется путем умножения минимальной ставки оклада на тарифный коэффициент должности, указанной в тарифной сетке. А поскольку это до генерального директора идет, то оказалось, что в результатах забастовки положительно заинтересованы все, включая генерального директора. А собственник говорит, чтобы не подписывал ты это. И он не подписал. А все по частям подписал. Вот так бывает. Интересно бывает в жизни. Вот. Так. В 2008 году, то есть на момент принятия договора, ММТС составляла 3284 рубля в месяц. Это что такое ММТС? Это как раз вот эта минимальная тарифная ставка. Но. А вы мне что говорили, там 6600? Это в 2008 году, да. Ну да, в договоре у нас 3284, а у них 6600. То есть в два раза больше. В два раза больше, чем... В 2014 году в РФ минимальная месячная тарифная ставка установлена на уровне 5554 рубля. Данный размер прописан в федеральном законе. Вот видите, то есть у них больше, чем вот сейчас. Еще будет, больше, чем еще будет. Седьмое. Поддержка молодых семей и матерей-одиночек. Работнику может быть предоставлен заем на его личные нужды. Причем при рождении у заемщика после получения займа еще одного ребенка долг молодой семьи погашается на 10%. Детей надо больше иметь. Еще 10%. Еще и так пока не... 10 миллионов, да? Да, и... Да. А при рождении следующего ребенка еще на 20% от выделенной суммы. Вот поощрение, так сказать. А проценты займа? А? Проценты займа? Да это беспроцентный займ. Недостатки. Так как данный договор демонстрирует нам противоборство коллектива рабочих с работодателями, очевидно, что в нем будут присутствовать некоторые уступки. Не только будут, а уже есть. Сделанные в пользу работодателя, которые можно рассматривать как недостатки для рабочих. Примеры такой уступки может служить формулировка с учетом мнения правкома. Да. Фактически обесценивающее положение, частью которых она является. Начисление и распределение зарплаты. Распределение текущей премии может быть произведено с учетом личного вклада работников и общий результат труда коллектива с учетом коэффициента трудового участия. Не указано, кто оценивает личный вклад работников. Ну что, вот это, в общем, хороший. Я считаю, что это отвечает требованиям. Не зря вы его в этот такой файлик заложили. Надо в музей коллективных договоров. Если не возражаете, я могу передать эти самые ваши заключения в ЗАО ПКТ. Есть автор, возражает? Нет? Пока не возражает? Им интересно, что люди думают. Так, анализ коллективного договора. Мамеда Валерия. И Борисовская Анна. Барковская. Как? Барковская, да, прошу прощения. Ну, тяжело так. Я хотел так прочитать. Это вы для оригинальности сверху не пишете, да? Да. Понял. Анализ коллективного договора. Участники договора, работники, работодатели и правком. Ну, неправильно. Вот неправильно. Все-таки две стороны. Работники и в лице профсоюзной организации, а не правкома. В лице профорганизации. Которая представляет. А профорганизация – это все члены Российского профсоюза докеров. И там еще есть профсоюз работников водного транспорта, у них единый представительный орган, и вот этот единый представительный орган выступает от имени работников. Так? Вот как там устроено. Поэтому две стороны. Обязанности
достоинств участников договора. Работодатель обязуется соблюдать трудовое и связанное с трудовыми отношениями законодательство. Еще бы не хватало. А зачем это писать? Что тут такого? Все обязаны соблюдать законодательство, хоть работодатели, хоть не работники. Это как бы это абсолютный свет. А в абсолютном свете также ничего не видно, как в абсолютной тьме. Вот вы обязаны соблюдать все законы России. Давайте я сейчас начну лекцию, товарищи. Прошу записать. Все здесь присутствующие, пишите, обязаны соблюдать законы РФ. Это новость для вас? Вот я эту новость вам решил сообщить, поскольку я, видите ли, профессор, такие вот глубокомысленно могу такую пустоту изрекать. Если бы я не был профессором, я так бы глубокомысленно не мог бы это изрекать. Вот за что дают, за что дают. И я даже вам рассказывал, как можно глубокомысленно говорить полную ерунду. Например, надо говорить убедительно. Ба, бо, бу, б, би, бы. А вы что-то вот написали, правильно все, ну что вы сказали? А это важно для, для конфликтологов? Как сказать, правильно? Вот он что-то там. Мне, говорит, правое дело защищать. Да какое правое? Так кто таким голосом раз защищает? Если это правое дело, так видно сразу, что оно правое. У вас вообще не дело. Чего вы? И так далее. Ну, мы же конфликтологи, тут все должны использовать. Правильно? Да, поглядеть с огненным взором, если что, орлином и так далее. Так, принимать это письменное соглашение еще. А если вас не берут? Вот, вы пришли ко мне, хотите мне что-то сдать, вот как сегодня я принимал. А вы мне сдаете, а я что делать? Ваши действия. Но это не только я, любой другой от вас. Пришли в учреждение, прокурор говорит, я не буду от вас брать. Положите. Или секретарша, положите, хорошо, кладите рядом, я сразу раз и в урну. Или вот так, а? Ну, нужно несколько свидетелей, и они могут составить, насколько я помню, Но вы не сдали в итоге. Ну, написали, что вы принесли, вы рады. Ваша задача была в том, что вы принесли, или в том, чтобы они взяли? Чтобы я взял. Нет. Так вот, вы это зафиксируете, что вы принесли, и что? А по факту это значит, что вы отказались принять? Я отказался. А вам-то это надо, чтобы я отказался, или надо, чтобы я принял? Вы что, для этого принесли, чтобы я отказался? Так вы провокатор. Составили. Ну, составили, что я отказался, да. Отказался от вас принимать. Не нравится мне ваше лицо. Еще дальше ваши действия. Составьте акт, что мне не нравится ваше лицо. Какая ответственность у меня за то, что мне не нравится ваше лицо? Может, нам тоже не нравится ваше лицо. Вы не бумажка. Так, это говорит о вас, что вы еще не глубоко знаете, как разрешаются конфликты. Идешь на почту, тихо, мирно, не надо конфликтовать со мной, не надо. Идешь, улыбаешься, говоришь, хорошо, Михаил Васильевич, все отлично. Спасибо. Не будете брать? Не буду. Хорошо. Идете за угол на почту и посылаете заказным письмом с уведомлением о вручении. Вам сразу квитанцию, а потом к вам приходит открыточка. И там подпись. Если даже никто не будет ставить подпись, значит, уведомление все равно придет. У вас есть заказное, квитанция заказного отправления. Этого достаточно, чтобы считалось, что я получил. А буду я получать или нет? Вас это вообще не волнует теперь. Не волнует, не надо со мной конфликтовать. Вы сейчас, как конфликтолог, думаете, надо конфликтовать с каждым человеком? Нет, надо тихо сказать. Я так и думал. Действительно, я вас побеспокоил, извините. И пошли на почту, и все. И так у вас будет в жизни неоднократно. Не надо с ними ругаться, с этими людьми. Это больные люди. С больными надо спокойно так. У меня было однажды с прокурором. Я принимать не буду. Ну, раз не будете, говорю, ну ладно, я за угол сейчас заверну, да сдам, тогда буду. Все равно к ней придет. Скажет, а что пришло? Почему бумаги? Ее же спросят, что такое происходит? А я, говорит, не взял. Ах, вы не взяли, так с ней же будут разбираться. Так, то есть пока вот это вот, товарищи Мамедова и Барковская, пока это вот общие слова. Вот это очень трудная задача. Даже если написали вы докторскую диссертацию, и вас спросят, скажите, что у вас нового? И никак не может человек сказать, что... То есть это вот трудная задача. Как выделить вот в произведении, хоть в чужом, хоть в своем, вот что-то новое. Вот эти товарищи, вот эти вот эта группа людей, она решила эту задачу, надо сказать. То есть это говорит о том, что она не совсем неразрешимая.
правком соблюдает законы в отношении среды. Еще бы не хватало, чтобы он законы. Это не дело коллективного договора. Соблюдать законы должны без всякого коллективного договора. Для этого не нужно. Вести доступными средствами. Обязанности выполнять. Так. Роли, обязательства четко распределены. Ну, распределены. Так, по организации производства. Это заголовки вы читали. Способствовать участию работников управления организацией, обеспечить участие в заседании совета директоров. Это конкретно. Обеспечить. То есть так никогда не присутствовал представитель работников. Здесь сидит уже представитель работников на заседании совета директоров. Он знает, о чем там идет речь. Правильно? Хотя это ничего особенно не дает, но все-таки это уже шаг. Вот. С правом совещательного голоса. Это что значит? Да. Пожалуйста. Что такое с правом совещательного голоса? Это значит, что вам не могут не дать выступить, если записано в коллективном договоре. А так вот, вот она поднимает руку, а я бы сказал, я отвернулся. А она с правом совещательного голоса может выступить. Я не могу отвернуться. Пожалуйста. Так. У работников есть право голоса, высказывать свое мнение. Негатив. В случае непринятия могут возникнуть конфликты. Ну, понятно. Точка зрения работников может оказаться некомпетентной, в силу недостатка знаний. Она некомпетентной может оказаться и в случае, когда есть право голоса, и когда в случае нет права голоса. А вот она может оказаться компетентной, а права голоса нет. Поэтому нужен такой пункт. Прибыль необходима для выполнения условий коллективного договора распределять по согласованию с ЕПОРС, единым представительным органом работников. Да. Негатив не указан, точно должностное лицо. Там есть председатель ЕПОР и заместитель. Так что есть руководитель ЕПОР, это общий порядок. Беспрепятственно предоставлять работнику информацию о личных данных со стороны работодателя и согласовывать с правкомом. Ну, о личных данных вас интересует? Информация о ваших личных данных? Хотите, я вам сообщу? Я думаю, вы сами знаете. Вас интересует информация о ваших личных данных от меня? Или вам достаточно от себя? Я думаю, моя будет неполная. Но я могу дать? Вы человек в серой верхней одежде. У вас такого не было информации. И тут написано на непонятном мне языке. И неизвестно что. Это не ругательство? Ругательство. Ругательство. Вот это уже, видите, он только он знает. Ну вот. Так. Подписи я бы на вашем месте поставил в конце. Хоть написано надписи на боку, сбоку, но подписи не помешало бы. Так. Следующий документ, который у нас есть перед глазами, и это еще раз Мамедова Валерия Тиборовна. Это старое задание. Угу. Так. Подписи тоже нет, но надпись есть. Подписи нету. Анонимка. Ну что, не рассматриваем анонимки? Так, затраты на жилье. А это вот то, что вы раньше делали. Понятно. Да, хорошо. Это отдельная тема. Если вы еще подпись поставите, это будет здорово. Подпись поставьте, пришлите меня. Так, Красная книга. Читаем. Данный пункт является дополнением к Трудовому кодексу. Вот. Сразу выделены. Так. Богданова Дарья и Маулитова Карина. Тоже Маркс Энгельс. Двое сразу. Данный пункт является дополнением Трудового кодекса. Первый. Работодатель должен консультироваться с профсоюзными комитетами и беспрепятственно принимать письменные обращения работников, рассматривать их и в течение месяца давать обоснованный ответ. Вот это, если бы мне такое записали, что я вам должен давать ответы, неважно какие, и беспрепятственно от вас принимать, мне проблемы, что ли, забрал вот бумажку. Я, во-первых, у вас беспрепятственно уже принял, и ответ могу вам дать. Что такого тут особенного? То есть это содержание тут нет. А все ответы, знаете, какие? Нет, 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 нет. Сюда подпадает под это требование? Нет, 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 нет. Зато я все принимаю, рассматриваю, разглядываю, изучаю и пишу. Нет. Это ответ? Ответ. Так что это не сильно глубоко. Второе. Недопущение дискриминации работников. Никогда не буду допускать дискриминации студентов. Побожиться? Это общие слова.
Вас устраивают такие общие слова, вам всегда их дадут. Есть такие вещи, которые вот вам всегда и с удовольствием дадут, не надо на это ловиться. Это лучше такие вещи не брать, то есть не записывать. Условия конфиденциальности коммерческих сведений, согласно перечню. Ну и еще мало того, что есть, вам еще засекретят зарплату, чтобы никто не узнал, какая зарплата у директора, у замдиректора, чтобы не было видно, во сколько раз они больше, чем у вас. Поэтому зачем вам-то это, вот еще перечень конфиденциальности коммерческих сведений? Вот. То есть ничего тут такого для работников хорошего в этом нет, как я понимаю. Четвертое. Профсоюз обязуется следить за организацией соглашений и коллективных договоров. Как это за организацией соглашений? Следить за организацией, преследить. Как следить за организацией? За выполнением, наверное, хотели сказать. Не то слово взяли. За выполнением. Да. Вот то, что он обязуется следить, а там есть другое, что работодатель обязан отчитываться на конференции трудового коллектива. Вот это следить, а так просто следить. Да следите сколько хотите за мной. Я после лекции пойду вот на кафедру. А можете идти за мной и следить. Можете даже все вместе следить, поставьте на разных этажах людей и записывать, прошел пункт А, пункт Б, пункт С. То есть это вот пока еще общий разговор. Так. Способствовать участию работников управления организацией. Обязуюсь способствовать вашему лучшему обучению. Чего я сказал? Вроде бы и правильно, но повисели слова и улетели, как дымы. Ни словам, ни уму, ни душе, ни уму не применимы. Так. Ну вот дальше обеспечить участие в заседании совета директоров. Это вы отметили, это хорошо. Не производить сокращение численности работников по инициативе работодателя без согласования с профсоюзом. Вот. Это вот вы написали, и это самое главное. Вам большое спасибо. Правильно вы красным написали все. Другие не заметили. Сколько здесь вот молодцов написали, а вы тогда не заметили. А вы заметили. Вы вырвались сейчас вперед. Сейчас идете впереди. Согласование численности работников в бригаде. Согласовывать с профсоюзом. Численность работников, нельзя их просто взять и сократить. Вообще сократить нельзя, потому что число штатных единиц зафиксировано. Хотите повышать прибыль? Внедряйте новую технику, новые средства производства, новые рабочие места, а не то, что давайте сокращать. А у нас раз-раз-раз и пропадает предприятие. Так что это очень важно, замечательно. Это было вот те предыдущие пункты, это был разбег. Знаете как? Самолет же, он тоже долго-долго летит. Сначала едет, потом раз и пошел на взлет. Вот пошел. Сейчас посмотрим, где сядет. Обеспечить доставку работников на объект работы, к местам отдыха и приема пищи и возвращение с объекта работы при условии, что расстояние более 500 метров в одну сторону. Это очень важно. Порт большой, там пока будешь это все бродить зимой и в мороз, и в дождь. Проведение ежегодных семинаров в целях повышения квалификации, а также организация обучения смежным профессиям. С оплатой посреднему это делается еще в рабочее время. Это надо было бы отметить. Ежегодно направлять работников для обучения, ознакомления с практическим опытом работы других портов. Они были там и в Германии, и были, значит, в Дании. И после этого приехали и сказали, почему за такую же работу, которую мы делаем, мы столько же делаем, сколько в Дании и в Германии, а получаем в два раза меньше. Это был практический результат. Ну а поехали они туда за границу в соответствии с коллективным договором. Проведение ежегодных семинаров. Так, это было. Получивших производственную травму или профессиональные заболевания работников, обеспечить работу в организации или содействовать в их трудоустройстве. Ну, это вот, так сказать, как бы это общее в законе это есть. Тут ничего такого в коллективном договоре нового тут не написано. В течение 2 лет, предшествующих сроку наступления права на государственную пенсию, предоставлять работнику возможность досрочного выхода на пенсию. Оплачивать пенсии будут? То есть там как-то решается вопрос, чтобы, если не государство, то тогда предприятие выплачивает. Проводить проверку оборудования. Общие слова. Проверили. И какие результаты? Никаких. Было написано проверку производить. Больше ничего не требовалось. Так, от преподавателя требуется проводить проверку знаний студентов. Я провел. Я вот вас спрашивал? Спрашивал. Все. А как, чего, где, это... 15. Каждый работник имеет право на отказ без необоснованных последствий для него от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья до устранения этой опасности. Это очень важно.
То есть как только вы почувствовали, что это очень важно, так что, что вы сейчас, ну, будет у вас повреждение, вы отказываетесь, пусть после этого разбирается. Но и при этом его не наказывают за это. Безвозмездное предоставление профсоюзам необходимого помещения в зданиях бытблоков. То есть они имеют свое помещение, куда прийти, где документация хранится, где можно будет получить консультацию, помощь и так далее. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется его сторонами, а также органами по труду. Контроль осуществляется так, что еще и администрация должна отчитываться поквартально или в конце года, еще это очень важно. Но в целом очень хороший этот труд. Труд хороший. Дальше идем. О как. Вот тут есть заголовок шикарный. Цигулева. Это кто? Я. Это вы. Видите, она не зря вот тут. Если очень близко садиться к лектору, то постепенно знания, они перемещаются. Знаете, как этот? У нас Bluetooth. Вам они доходят вот через воздух, а у нас тут такое идет общение постоянно, да? Данные. Конфликтологический анализ коллективного договора закрытого акционерного общества первого контейнерного терминала на 8.11 в сравнении с трудовым кодексом РФ. Замечательный. Вот задача поставлена. Да? Даже если она бы не решена, она уже. То есть есть люди, которые так сформулировали, как вот теорема Ферма. Никто ее не доказал, и Ферма не доказал. А все его уважают. Такую теорему. Данный коллективный договор призван в частном порядке зафиксировать такие важные аспекты, как основные обязанности правкомов, работников, это все, это общий разговор пока. Защитный, защищает, оптимизирующий, способствует, регулирующий, позволяет избежать открытых конфликтов между работниками и администрацией. Ну, понятно. Наиболее значимые положения, закрепленными настоящим коллективным договором, мне представляется. Представляются сами. Они, если не те прибежали к вам, то это вы не виноваты. Это не я думаю, а это просто вам представляется. Это как бы вы смотрите, и у вас такой... Я же не могу сказать, что мы не объективны. Нет, вы можете сказать, я думаю, а можете сказать, мне представляется. В тех случаях, когда вам хочется укрыться от возможного возмездия, то вы говорите, мне представляется там. Сейчас мне представляется, что я крокодил и на вас напал. И хочу вас съесть. А вам представляется, что вы крокодилица, а я маленький зайчик, и вы меня съедите. Так. По организации производства. Охрана труда и здоровья. А что там хорошего-то? В которых прописана необходимость выдачи работникам спецодежды и чист. Там вот и своевременная чистка и замена. Это важно. Потом вот я уже вам говорил, что можно прописать, что у вас вот брезентовый плащ, а не шерстяной. И вы в дождь будете в мокром этом брезентовом плаще и заболеете. А если шерстяная у вас одежда, то она, даже если у вас сырая, она греет. Это раз. Во-вторых, если она у вас персональная, то это значит, что вы уйдете с работы, она будет сохнуть полтора дня там, или целый день. Вы придете и сухое наденете. А если это дежурное, вы сняли, он вам пришел, он натягивает это сырое плащ и пошел опять. Один на всех плащ. В целях экономии. Оптимизация такая у нас. Материальная помощь работникам и их семьям при поведении здоровья. Вот тут бы конкретность нужна, конечно. Да, главы-то есть, а что в них написано хорошего? Вот. И задача вообще того, кто анализирует анализ, анализ это найти надо. Вот эти делают анализ, бактерию нашли, палочку и так далее. Вы должны найти, что вот отличает по сравнению с ГЗОТ. ГЗОТ вот столько только дает, а они вот столько дают. А эти дают только такие предметы, а в колдоговор еще вот эти предметы. То есть это как бы у вас не до конца это сделано. То есть правильная дорога у вас правильная, но еще... То есть экскаватор вы уже привезли, копаете в том месте, где надо, но еще не выкопали. Да. Прописывайте. Ну а что, а я вас ограничил, что ли? Короткий-то легче, труднее написать, чем большой. Большой пиши и пиши себе. Что, бумагой пожалели? Нет, найти, если... Меня пожалели, что мне долго читать? Найти, не жалейте. Да, ну, я бы ничего, я ничего не могу сделать, вы мне длинно написать. Что, кодекс тут при чем? Вы сказали, что это больше, чем в кодексе в два раза, или в полтора, или на 30% выше оплаты и так далее. Ну, надо как вот сравнивать по рабочему времени. Справедливым решение производить доплаты по пунктам при выполнении работы в зимнее время. А вот что работа в ночное время? Какая там доплата? Такая, как по кодексу, или выше? Не видно из того, что вы сказали. То есть не доанализировали. Сверхурочная работа тоже такая же или больше?
Так, обычная оплата сверхурочной работы. Первый... Если такая же, то не подписывалась. Так и на сколько больше? Вот первый 2 часа, это в 1.5 раза больше, по закону. Так там написано, там сколько? Ну сколько? В договоре. Так в договоре-то написано, а у вас-то не написано. А надо про все было пригласить? Ну а как же? Вот я, если, да, я же могу сказать, что вы хорошие. Так чем вы лучше, чем Антон? Во-первых, красивее. Спасибо. Первый пункт. Второе, значит, знает, где сесть. В-третьих, смотрите, какое название хорошее написал. Конкретность нужна, конкретность. То есть вы не... Вы пункт, если ищите, Михаил Васильевич, там. Чемоданы мне поставили, ищите в этих пунктах. Ну, вот это вот надо продолжать. Вывод. Вывод хороший. То есть все не, количественные всякие моменты не конкретизированы. А это очень, это самое главное и есть. У вас зарплата, у меня зарплата. Вам 1000. Сколько у вас? Вот у нас профессор Ященко так. 1407, да у меня 40. Итого на двоих у нас, ну, будем считать, грубо 42. По 21 тысячи на брата. И вы еще недовольны. Я была просто в восторге. Вот и так тоже все в восторге. Вы все указали, не указываете количественные значения, поэтому все в восторге. И не видно, чем это лучше. Это тем интересно, которые хотят иметь такой же коллективный договор. Вот и люди из другого предприятия хотят иметь хороший договор. А смотрите пункты 1-2. А сейчас вот вы сказали, чем, а вот там записывают. Они, да, от, они зашли, интрига, зашли в YouTube, говорит, вот увидели хорошую, симпатичную девушку, а содержание договора нет. И правильно, нечего содержание смотреть. Ну все, ладно. Так, Маколов Юрий. Маколов? Это что, наркотики? Понял. Так, а я думаю, с чего он так ударение поставил? Так, ну сначала идут общие слова. Предусмотрена корректировка тарифных ставок на уровень инфляции плюс 20% темпов роста производительности, прироста производительности труда. Вот вы первый, кто это обратил на это внимание. Отдельное приложение, в котором я лично принимал участие. Вот вы поняли, что это вот тот пункт, по которому вы как раз и выиграете. А он выиграл другие-то еще. Вот никто ведь не отметил. А это что, не пустячок, что ли? Стимулирование производительности труда, зависимость от повышения зарплаты от уровня производительности труда. Красота, молодец. Вот, договором урегулированы положения по сохранению рабочих мест в случае реорганизации, что решает, предотвращает проблемы с обеспечением квалифицированной рабочей силы предприятия, а также защищает докеров. Да, вот 2 пункта вы отметили. А людей оценивают не потому, что они не сделали, а потому, что они сделали. Поэтому положительная вам оценка. Историки так оценивают потом. Никто не будет перечислять, чего вы не сделали за вашу жизнь. Потому что можно это бесконечно перечислять. Вот что сделали, да. А вы что сделали, Маша? Где ваш анализ синтеза? Нет у вас анализа синтеза. Правильно, вы боитесь. Не будет анализа, не будет зачета. Не, я наоборот. Так, она боится сделать очень хорошее, чтобы все сразу не превысить, все, что мы написали, и всех унизить тем самым. Но она понимает, она хороший товарищ. Она хороший товарищ, да. Ну, если... Конечно. То есть она заранее знает, что она принесет плохой анализ. Конечно, я плохой буду ругать. А вы не можете додуматься до того, что вы можете даже хороший принести. Маша, Маша. А вера в победу есть фактор победы. Вот так. И Наполеон так считал, и Ленин так считал. Великие люди на этом стояли. А вы даже... Веры у вас нет в победу даже. Что вы принесете. Если ничего у меня не получится, ничего у меня не выйдет, но все-таки что-то я начну там... корябать этой авторучкой или там щелкать в компьютере. Так. Так, это кто же у нас такой написал? Некипелова Екатерина Сергеевна. Это вы? Да. Это вы. Так, ну пока идут общие такие разговоры. Вы уже поняли. Приложение, то, описание такое, все. Он то и то.
и организация, обеспечение занятости, перечисление разделов. Разделы может как в плохом, как в хорошем коллективном договоре, разделы те же самые, понимаете? Нет этой меры. Данное является необходимым условием стабильности. Так. В данном коллективном договоре особое внимание уделено вопросу регулирования оплат труда. Повышение зарплаты напрямую зависит от роста производительности труда. А, видите, что значит? Не зря они сидят рядом, у них мысли у них в правильном направлении. Да. Да, это хорошо. Корректировка размера тарифной ставки на уровень инфляции плюс 20% темпа прироста производительности труда, что в свою очередь также способствует развитию как рабочих, так и производства. И действительно, производство с принятием этого коллективного договора устойчиво развивалось. Я вам говорил, 35%, вот этот сравнительно небольшое предприятие, 35% контейнеров перевозок в России. А по факту, Николай Васильевич, увеличивались рабочие производительность? Да, и производительность сразу увеличилась, и количество работников растет, вот что важно. То есть это не какое-то умирающее предприятие. То есть а не увеличение за счет роста объемов, а и рост производительности труда, и рост объемов. Да. Уделено внимание вопросу сохранения рабочих мест при реорганизации. Ну, не только при реорганизации, не увольнять нельзя. Охрана труда, соблюдение условий. Но это требуется конкретность. Потому что если вот общий разговор. Ведущий занятия, преподаватель, уделил внимание всем студентам. Все, я уже сделал, все. Видели? Все, я на всех посмотрел. На всех. Никого не пропустил. Но есть разница. Так, вот произведение интересное. Анализ солидный. Коллективный договор зала первых интернетов. Кто же написал такое? Мануилова Анастасия. Это вы. Вот, видите она? Анастасия. Сколько страниц написала? Раз, два, три, четыре. Себя не пожалела, меня не пожалела. Пожалела докеров зала ПКТ. Так, плюсы. Большой простор для карьерного роста. То есть карьеристов выращивают в этом, этот холдовер. А для роста, если написать не для карьерного, а для роста и развития, это плохо? Наверное, лучше. Как-то вот карьерный рост меня, например, режет как-то в ухо. Вот у вас что важно, где сидеть или что делать? Вы хотите высоко сидеть, далеко глядеть, потому что кресло будет высоко, или вы хотите что-то развить и сделать такое крупное, которое бы осталось в истории всего человечества? Вот сказать, что очень большой карьерный рост у Бетховена и Чайковского. Звучит? Карьерный рост. Какой у них карьерный? Музыка у них замечательная. И лучше музыкантов, так сказать, лучше композиторов, вы там выше не поставите. Так, организовывать обучение работников смежным профессиям, ежегодно направлять работников для обучения и ознакомления с практическим опытом работы других портов. Прозрачная система управления организацией. Вот. Ну, вообще-то вот расследование случаев аварии, поломок с участием представителей правкомов. Это вы отметили правильно, да. По запросу предоставляет информацию, соответствующую правкому, о результатах финансово-хозяйственной деятельности. Я сразу вам хочу сказать, что не выполняет, злостно не выполняет это требование. Да. Приказы по организации подразделения вывешивать для всеобщего ознакомления. Да это запросто сделают, вам вывесят. Это тут великого дела тут никакого нет. Обеспечить работника, имеющегося у работодателя достоверной информации о состоянии условий труда. Имеющиеся. А не надо проводить специально аттестацию, изучать. Дескать, имеющиеся. Здесь какая у меня есть про вас информация, все я вам рассказываю. Ну и что такого тут? И про вас могу всю имеющуюся у меня информацию, и про вас. Вот имеющуюся информацию у меня, про любого могу рассказать, выдать ему. Вам рассказать информацию про вас? То есть, вообще это очень большая проблема, дорогие товарищи, как уйти от общих фраз. Вот чем отличаются люди глубокие от неглубоких. И это, вот если человек приучится вот такие разговоры разговаривать, он так вот будет разговаривать,
потом его перестанут слушать. Потому что... Это цитата из договора. А? Это цитата из договора. Ну и что? Цитата из договора. И в договоре есть пустоты. Они даже даются туда специально, подсовываются стороной, чтобы ее приняли легче, чтобы замаскировать кое-что более важное. Так это делается, такой прием на переговорах. Чтобы и это приняли, уснули, я вам еще одну сунул, и вы это приняли. Пока спали, подписали, а уже поздно потом, когда проснулись, а уже все подписано. Продуманная система материальных и моральных поощрений. Пусть она лучше будет не продуманная, но хорошая, чем продуманная и плохая. Потому что тот работодатель тоже продумывает свои действия. Поэтому это вот слово «продуманное» тут ничего не говорит. Потому что я продумываю про вас одно, а вы меня продумываете про меня другое. А что получится в результате? Вот мы посмотрим. Да? Так, вот тут говорится, в целях стимулирования высокопроизводительного труда обеспечивать 3.5.5. Увеличение реального содержания заработной платы работников путем повышения с 1 января каждого текущего года тарифных ставок, должностных окладов по профессиям и должностям работников согласно штатному расписанию организации. Где вы такое найдете? Где это есть, что записано в коллективном договоре? Это большая редкость, что с каждый год повышение реального содержания тарифных ставок и окладов. Это значит больше, чем инфляция, по крайней мере. Поэтому, скажем, сейчас говорят, вот сейчас будет 8, а им-то что, хоть 8, хоть 10, хоть 20. 20, значит, больше 20 должны. Если 5, то больше 5, если 3, то больше 3. А если у вас не записано, у вас, так сказать, она не повысилась, зарплата, а инфляция уехала, и реальное содержание зарплаты упало. Так что это очень важно. То есть конкретно здесь очень важна. Поощрение работников за непрерывную, длительную, высокоэффективную работу. Бригадам, перевыполняющим нормы труда по результатам работы за смену, начислять приработок. Из расчета тарифной ставки равная разница между нормативной и фактически затраченной. То есть постоянное стимулирование идет. И там быстро они работают. Создание комфортных условий для отдыха работников в рабочее время. В рабочее время. Чтобы можно было отдыхать. Перерывы соответствующие. Комнаты отдыха с холодильником, микроволновыми печами, отфильтрованной питьевой водой и титаном для ее кипячения. Люди, которые на воздухе работают, зашли на 10 минут, там, выпили чайку, отогрелись, пошли дальше. Это очень важно. Помещение для обогрева работников. Обеспечить температуру не ниже плюс 22 градуса. Не напишите в коллективном договоре плюс 22. Напишите общие слова, будет там плюс 14. Там написано. А тут написано 22. Это вот тут написано. Хорошо, я поняла. И относительной влажности 40-60%, а не 90%. А то кипятите там эти кипятильники. Титаны, и там уже титаническая высокая влажность. Обеспечивать работников перед началом сверхурочной работы 15-минутный перерыв для приема пищи. Не напишите это, а сказать, давайте сверхурочно работайте. А говорит, а покушайте, поработайте, потом покушайте. А тут 15 минут. Нет, 15 минут, извините, это ваше свободное время. Очень важно, конкретно. Очень хорошо. Обширная страховка. Внеочередного медицинского осмотра с сохранением за ними места работы среднего заработка за время прохождения осмотра. Очень важно. Бесплатное стоматологическое обслуживание в стоматологическом кабинете. Где вы это видели? У кого? Бесплатное. В советское время бесплатное было стоматологическое обслуживание? Не совсем. Не совсем. По крайней мере, так сказать, там, где... Не все можно. Делают коронки и так далее, там уже была платная оболочка. Так, высокие требования к безопасности во время производственного процесса. Конкретно написано, обеспечить финансирование мероприятий повышения условий охраны труда в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции. Чем больше затрат на производство продукции, тем больше средств на охрану труда. Где-то у всех записано? Нет. Разорвано это дело. Давайте больше, а с охраны труда? А с охраны... Если вы заболеете, наберем других. И ничего охранять не надо. Зачем охранять? Вон сколько за воротами стоит. Николай Васильевич, а? По закону что-то 0,15%. А тут 0,2. Или 0,2? Да. 0,2%. А по закону 0,15. Ну, 0,15. Что больше, 0,2 или 0,15? 0. Что? Да тут еще какая-то... Это сумма затрат на производство, тут страшные цифры. Там затраты на производство продукции миллионы. И тут эти 0,2% это колоссальная разница 0,2 или 0,15. Ничего себе. Если
15 сотых или 2 десятых? Сидят, как они реализуются, когда... А? Сидят, как эти деньги реализуются, когда... Как здесь? А это надо все... Там написано, да. Контролировать. Обеспечить регулярный контроль. 3-3-5. Что? Профсоюзы. Поддержка льготных категорий граждан. Не допускать без согласия правкома увольнения при сокращении численности или штата работников, матерей-одиночек, имеющих детей в возрасте до 15 лет, работников, которым до наступления пенсионного возраста осталось менее 2 лет. Вообще не допускать увольнения. И разговора не может быть. Освобождать работников старше 50 лет по их личному заявлению от работы в ночную смену. Беременным женщинам, работникам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет без второго родителя и работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, устанавливать удобный режим рабочего времени, гибкий график. Важно? А если мне осталось 2 года до пенсионного возраста, а я какие-то правила нарушил на работу, то что же нужно? Это другая статья. Без согласия профсоюза не могут. Профсоюз разберется. Вы нарушили правила, потому что злодеем стали, или нарушили правила по каким-то уважительным обстоятельствам. Поэтому согласие профсоюз просто так бездельников держать не будет, потому что он же всех представляет, они тогда подрывают заработок у всех. Значит, мы это дело в следующий раз дочитаем. У нас еще есть что читать. Еще принесут. Да. Кто не принесет в следующий раз? Даже страшно даже говорить, поэтому не рассматривать. У вас есть книга? Пожалуйста. До свидания. Так, а мы с вами остаемся.